Алина, то есть обман для челочек. Модное дефиле, изобилие подарков, музыка и фотосеты. Новороссийск захлестнула черноморская волна. Праздник стиля и хорошего настроения. Мероприятие состоялось 6 августа в самом центре Новороссийска, на городской набережной. В формате open-air модели из агентства Gloss Models представили сезонные коллекции из бутиков торгового центра «Черноморский». Отличительная черта таких показов – доступность и возможность приобрести понравившийся образ. Если вам приглянулось платье или, например, купальник, вам достаточно посетить магазин, представивший коллекцию, и попросить свой размер. Кстати, образы, представленные на модном показе, создавали стилисты Новороссийска. Среди них идеи для вечерней прогулки, летнего ужина в ресторане или семейной фотосессии. Осталось лишь примерить их на себя. В процессе мероприятия среди гостей разыграли подарки от 12 партнеров магазинов и заведений, расположенных в торговом центре «Черноморский». Это сертификаты и приятные призы. Девушкам порой очень сложно подобрать какой-то образ и найти свой стиль. И данным мероприятием мы показываем, что это не так сложно и не так страшно. Сегодня представлены коллекции женские, детские, на подростков, то есть сегодня мы составляли образы вместе с нашим стилистом. Она все прорабатывала, каждый образ, чтобы человек посмотрел, как можно это составить, и прямо сразу же пошел в магазин и приобрел это. Подбирали образы как на лето, так и уже на осень. Мероприятие такого формата проводится в Новороссийске во второй раз и уже приобретает регулярный характер. Модные показы для жителей и гостей города планируется устраивать в первую субботу каждого месяца. Следующая черноморская волна накроет город 3 сентября. Пройдет она на том же месте, в торговом центре «Черноморский», на одной из крупнейших площадок города с активным трафиком и развитой инфраструктурой. А если у вас есть идеи собственных проектов, то вы легко можете их реализовать в торговом центре «Черноморский». Здесь сдается в аренду помещение площадью 661 квадратный метр под самые разные мероприятия, от выставки до семинаров. В этот раз праздник «Черноморская волна» был посвящен августовскому морю и уходящему лету. Следующий модный показ познакомит уже с осенними коллекциями. Сделает это так же интересно и зажигательно.